Секретарь Люберецкого местного отделения «Единой России» Владимир Ужицкий провел личный прием граждан. Вопросы, с которыми жители городского округа обратились к нему, касались несанкционированной торговли, безопасности дорожного движения и помощи семьям мобилизованных. Подробности далее. Мария Ростовская живет в микрорайоне «Самолет». 28 сентября ее супруг отправился в зону специальной военной операции. У жительницы Люберец возникли трудности с оформлением генеральной доверенности от мобилизованного мужа. На приеме у секретаря местного отделения партии «Единая Россия» девушка попросила оказать содействие. Отправилась сначала в Марафоминск, оттуда в Белгород. Ага. Из Белгорода майор, вот этот, как его, господин Николаев, по-моему, подписал вот эту доверенность. Отправили только уже третью неделю, как я не получаю. А сказали в течение 3 дней. Другой заявитель Наталья Мажарова просит обратить внимание на состояние детской площадки на улице Попова, а также разобраться с несанкционированной торговлей в подземном пешеходном переходе у станции Люберцы-1. Торгуют одни и те же люди. В Ухтомский отдел полиции я написала 8 заявлений. На прием к Владимиру Ружицкому пришли 4 человека. Мероприятие прошло в рамках традиционной декады приемов, приуроченной ко дню рождения партии «Единая Россия». Все вопросы, поступившие от жителей, зафиксированы и взяты под контроль. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.